Сегодня в воскресный день выпустил кошек. И Рыжик сразу поймал мышь большую, крупную такую. Вон какая здоровенная. Молодец, Рыжик, Рыжик, Рыжик. Хороший Рыжик. И главное, бросил, побежал. Все, отбегалось. Свобода закончилась. Сейчас кошки возьмутся за работу. Рыжик, а что мышь-то не ешь? Иди, а то она съест. О, веселятся. О, о. Сейчас ни одна мышка от них не уйдет. Сейчас они быстро тут порядок наведут. О, распушилась. Где-то буска уже выбежала тоже. О, пушистик. Буску я уже не вижу. Вот там местная. Она уже знает, куда возвращаться. Но, козочка наша, кошечка. Вот они, хвостик какой красивый. Как у мангуста. Сегодня теплый день. Даже ночью было плюс 9. Я специально дом открыл, чтобы они могли заходить спокойно. Пока на улице тепло, что переживать нечего. Рыжик, а, Рыжик, выходи на улицу. Ты что, он мышку свою охраняет, а вдруг ее кто съест? Вот им сейчас будет тут раздолье. Познакомиться с другими кошечками. Начнут делить территорию свою. Давай, Рыжик, 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 Рыжик. Такая мышь бросил, не ест ее даже. Удивительно. Да, Рыжик, Рыжик. Ты что, у тебя сестренка и то не такая трусливая, как ты. Ну, Рыжик, Рыжик, да выходи, выходи на свежий воздух. Молодец, домашний кот. Ну, вот так вот. Пойду сейчас своих выпускать. Палю с белым. Первую попытку сделал. Что-то она, паля, вышла сперва. А потом шарик увидел, испугалась, забежал обратно. А вон бусонька. Вон буска уже сидит на чеку. Вон он что-то обнюхивает там доски. Буска, буска, буска. Буска, буска, буска. Так. Мыши тут ходили бандами, а сейчас все, порядок наведется сразу. Грабительство закончится. Ну, посмотрим, что у нас. Выходи. О, пушистик вышла наша. Белый, 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 белый. Иди погуляй. Белый, белый. Это у нас трусливый парень растет какой-то. Слишком изнеженный, домашний. Белый, не пойдешь гулять? Гулять пойдем? Белый. Белый, 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 белый. Пойдем, там мышки бегают. Ну, белый. Не решается. Нерешительный парень еще. Ну ладно. Закрываем. Вот Паля вышла. Паля, Паля, Паля. Пушистик наша. Вот там шарик сидит. Она шарика вспомнит потом. Да, шарик? Шарик, шарик, шарик. Это как обычно, юродствует. Веселый шарик. Да. Вот он как умеет, вот он как умеет. Только возьми меня гулять. Я тебя и станцую, я тебе и проползу. Да, шарик? Вот он как, вот он. В цирке надо выступать тебе, шарик. Эф, эф, эф.
Молодец, Шарик. Паля, паля, паля. Ну, та тоже трусливая. Скорее в подпол. Ну, так. Слава Богу, сегодня. Пойду еще сейчас голубей выпускать. Сейчас прикрою дом. Пока временно. А, я там эту... Ну, вообще-то да. Ладно, пускай будет так. Паля никуда не уйдет. Она домашняя. А те пока еще не знают, но привыкнут. Посмотрим, что у нас голуби сейчас. Как себя поведут. Тишина. Все после богослужения по домам разошлись. Завтракают. Воробьи радуются жизни, чирикают. Вон голубка сидит. Или голубь, не знаю, кто из них. Их только можно по поведению различить. Когда голубь, самец, крутится перед самкой, тут сразу поймешь голубь. Так, сходу не различишь их. Ну что, перезимовали воробушки? Тебе должен снова тебе. Окна я открыл, чтобы солнышко было, проникало. Там дома вообще холодина такая стоит. Замерзнуть можно. Голуби наши, голуби, голуби, голуби. О, голубка вот. Так с этим, со сломанным крылом своим ходит. Ну, что это такое было? Ну что, голуби? Гулять-то пойдем? А? Соскучились поди, наверное, да? По прогулке-то. Пойдем, прогуляемся сейчас. Немножко крылышки свои разомнете. Да. Засиделись уже. А, это же снаружи надо было открывать эти-то. Бестолковый. Я совсем забыл про это. Ну ладно. Так, тут надо воды подлить им сейчас. Сейчас я сразу воды подолью. Гули-гули-гули-гули-гули. Одной рукой, конечно, неудобно все это. Можно. О, спустились. Ждут. Добрые семечки не угостил бы. Любимое их лакомство. Так, закрываем. Так, ну все, голуби. Сейчас я вас пойду открывать. Просторы с высоты виднеется. Тут все закрыто. Запечатать. Замочек. И вперед. Говорят, там в Корчино какой-то парк сожгли. Кто-то опять что-то поджег и парк сожгли. Ну, вот у нас штучка вот эта вот. Вот так вот. Раз. И сейчас отойду подальше и буду смотреть, как себя голуби поведут.
Вон буска крадется. Тихонечко обследует все. Что вспомнить прошлый год, в котором она здесь ходила, бегала. Они всегда на чеку кошки, а вдруг другая кошка нападет из-за угла или из куста. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ну, еще пока не поняли, что свобода у них виднеется. Голубки, голубки, голубки. Гули, 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 гули. Если хоть один пойдет, то следующий уже тоже начнут выходить. Гули, 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 гули. Единственное, я вот не догадался, на подоконник было хоть семечек положить. Они бы сразу вышли. Смотрится, как говорит, хорошая мысля приходит опосля. Ну ладно, видимо, не дождешься сразу. Они тоже привыкают на одном месте сидеть. И тогда-то надо выходить. Если перевести на духовную, выходить на проповедь Евангелия. Хорошо быть, конечно, дома, среди верующих в общине. Он Господь иногда берет и посылает в этот мир проповедовать Евангелие. Как вот я тут недавно смотрел один ролик про одного миссионера, он себя называет, он что среди там тувинцев он проповедует. Вот, и он говорит, очень много, говорит, людей совершает, именно проповедники, ошибок, когда ставят целью человека обратить. Хотя вот обращение человеческой души — это все во власти Божией. То есть наша миссия заключается в чем? Для того, чтобы только засвидетельствовать о Христе, о благодати Божией, о суде вечном, о жизни вечной. О суде, вернее, о жизни вечной. А там уж человек как примет, не примет, это уже его дело. И как у Феофана Затворника, он там приводит пример, что есть три вида, как говорится, так, образно говоря, ремня, которые человеку стесняет, то есть одним словом запечатывает. Ремень — это его своеволие, то есть он, ему нравится делать все, что он захочет сам. Вот. Второй ремень — это мир, этот его привлекает, друзья, работа. Особенно в наше время это очень видно, большие магазины, аттракционы различные, то есть много развлечений. Ну и третье — это сам дьявол, который обольщает человека. Зачем тебе какого-то бога верить, когда ты сам себе бог? То есть ты сам господин, всей своей судьбой управляешь. Вот. И вот это, когда человек, миссионер, благовестник, засвидетельствует человеку, благодать Божия может все эти три ремня в человеке разорвать. Почему? Потому что слово евангельское, слово Божие, оно живо и действенно. Оно проникает в душу человека. И падает уже, смотря на какое сердце, какая почва у этого сердца. Каменистое ли? Или удобренное оно? Вот. Может, человек только жаждет этого, вот как я вот, например. Мне ничего доказывать не надо было, хоть... Как там говорят, мне надо, вот многие сейчас вот особенно выходишь с людьми, общаешься в миру, вот в чат рулетки в интернете, где общаешься с людьми. Человек говорит, мне надо доказать, что есть Бог. А как доказывать? Мне вот не надо было ничего доказывать. Я услышал и поверил, сразу принял своим сердцем. У меня не было такого, чтобы мне что-то доказывали или там убеждали в чем-то либо. Я осознавал все это, что есть кто-то, кто это все это сотворил. Хотя если бы меня на тот момент спросили бы, я бы, конечно, ничего бы не объяснил, что я верю в Бога. Нет, конечно. Ну, никогда не злословил, не отрицал Бога.
То есть Господь уже тогда вложил эту тягу к небу. Он ходит, наша буска. Она выполняет свою миссию. И Бог назначил это. Она свободолюбивая. Птички, он радуется в жизни. Как говорят, из среди ветвей издают голос, написано. Иногда смотришь, даже не видишь, где он там поет, а тут он с краю таких видно, воробушков этих. Тоже что-то, какую-то трель заливает свою. А вон еще одна, а, это может даже не он. Это вон какая-то птичка сидит. О, улетела, не успел заснять. Ну да, она и есть, да, это не воробей. Воробей-то чирикают. Вот она, красавица. Полетела, полетела. Все. Улетела. Ну вот так вот. Нет, наши голуби пока ничего не почувствовали. Зря я вот семечек не насыпал. Это бы они вылетели бы сейчас. Ну вот если дальше продолжать тему о благовестии, о миссионерстве. Господь сам полагает человеку, как поступить или что сделать, то есть, или что сказать. Вот человек отвергает, засловит, а потом раз и благодать касается его, и он приходит ко Христу. То есть все это в милости Божией. Кому Господь откроет, тот никто не затворит. Кому закроет, никто не откроет. Вот этот у нас крест тут на Скворечнике. Это Игнат Тихонович попросил с той стороны, я покрасил красной краской. Вон этот уже коршун парит. Красавец. Чудные дела Господа, великие и чудные. Он на одних только потоках воды летает. Лишний раз не взмахнет крылом. А эти он старается, взмахивает крыльями своими. Ну, вот так вот, по милости Божией все у нас происходит. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.